У меня родились два внука. Вот. А у страны самое главное достижение за год? Не знаю. Ваше главное достижение за этот год, чем гордитесь? Ой, учусь. Не уходите. И завтра экзамены буду сдавать. А на кого вы? На фармацевта. У меня внучка замечательная, растет, радует. И все остальное тоже радует. А у страны какое самое классное достижение за этот год? Самое классное. Повышение пенсионного возраста. Меня радует, что скоро каникулы. Ваше главное достижение за этот год, что можете назвать? Долги раздал от большей части. А у страны какое достижение главное? Вообще, да, никаких. Совсем ничего? Думаю, что нет. У меня очень много хорошего случилось в этом году. Вообще отличный год, и я надеюсь, что у всех он был такой же, правда? Трек записал. Какой? Ну, рэпчик. Ну и как, заходит? Ну, пацанам заходит. Нормально. А у страны самое главное достижение какое, на ваш взгляд? У страны? Никакого. Почему? А? Ну, а какие достижения-то? Дочка поступила в университет в Санкт-Петербурге. Сын поступил в школу первого класса. Вот этим горжусь с детьми своими. Это отлично. А как вы считаете, а России есть чем гордиться за этот год? Не знаю. Наверное, тоже есть чем. Ну так ничего на ум не приходит сразу? Там, в космос не летим что-то уже? Почему в космос не летим? Летим же. Горжусь тем, что получаю регулярную пенсию. А у страны какое главное достижение? У страны? Это вот сегодняшней пресс-конференции Путина. Замуж вышла в этом году. Вот, круто. А еще? Еще? Сменила работу. Вот, все супер. Понятно. А вот у России какие самые классные достижения за этот год? О, это так грандиозно, даже не знаю. Ну, мне кажется, спорт в первую очередь самое такое классное достижение, потому что все развивается. Молодежь сейчас занимается спортом, это очень круто.